Всем доброго денечка. Вот хочу добраться до этих шкафов и тоже их украсить к Новому году, чтобы стало на кухне понаряднее, повеселее, попраздничнее. По всему гарнитуру вот решила повесить вот эти вот елочки из фикс-прайса на каждую дверку практически. На одну не хватило. Но вот сейчас буду продолжать дальше. Пусть будет все нарядненько. А это дети еще в прошлом году композицию дарили новогоднюю. Там уже бедные веточки посветлели, выгорели, выцвели. Но зато сейчас она как раз будет в тему здесь. Добавила еще немного шариков. Таких вот золотистых. Люба, он говорит, неподходящий. Вон на елочке есть золотистые звездочки, шарики тоже золотистые. Естественно, приклеила их на скотч, но нужно еще что-то добавить. Не знаю пока что, нужно еще что-то придумать. Еще подумала, может быть, вот такие вот небольшие грозди из шариков, из пластиковых, повесить на ручки. И у меня закончились шарики. Я точно знаю, что они у меня еще есть, но нужно разобрать коробочки. Поэтому пока приостанавливаюсь в украшении. Да, вот с этой дверки все время падает елка. Я ее вешаю снова. Без ума, без памяти. Пока остановлюсь на этом. И пойду еще искать еще коробочки. Ну а всех с наступающим. И просто хорошего настроения. Предновогоднего или просто зимнего положительного.